Друзья, всем привет! Меня зовут Артём Козловский. Я основатель компании Enjoy. И сегодня я хочу рассмотреть такое направление Турция. Вот, а именно лучшие молодежные отели Турции. Значит, начнем с того, что вообще самый молодежный регион считается Мармарис. Но я пройдусь по некоторым вариантам более популярных курортов, таких, например, как Кемер и Алания. Вот, а после этого более детально посмотрим отели Мармариса. Значит, вообще самым лучшим отелем, молодежным отелем Турции считается отель «Адам и Ева». Этот отель эксклюзивен. По своей концепции он работает только для взрослых, вот, не берет детей. Это отель, где все номера и вообще весь отель сделан в зеркальном виде, то есть везде зеркала. Вот, здесь самая большая барная стойка Турции. Ну, то есть тут все рассчитано на... рассчитано на то, чтобы отдых был для молодежи и максимальный отрыв. Сейчас покажу несколько фотографий. Отель выполнен полностью в белом стиле. Вот, тут вечеринки, дискотеки продолжаются с утра до ночи, то есть без остановки. То есть даже днем на бассейнах. Здесь проходит, видите, то, о чем я говорил, зеркальные комнаты, то есть везде зеркала. Причем зеркала ведут и в коридорах, и в ресторане. Вот. Кстати, это не всегда всем нравится, но если поехать ненадолго, например, там максимум на неделю, вот, то абсолютно нормально. Кстати, почти в каждом номере есть свой хамам. Вот, это тоже одна из изюминок отеля. Вот, поэтому, и этот отель считается самым высоким вообще по уровню среди молодежных отелей, то есть, ближе к VIP-уровню, уровень именно Адама и Евы. Так, идем дальше. Более бюджетный аналог Адама и Евы – это отель Orange County в Кемере. Значит, одну минутку. Сейчас я его выберу. Так, Orange County. Он выполнен в стиле... стиле Амстердама, то есть вся постройка напоминает Амстердам. В отличие от Адам и Евы, этот отель принимает детей, но вообще я бы не рекомендовал этот отель рассматривать с детьми, потому что концепция приблизительно та же, то есть это молодежный отдых, с утра до вечера дискотеки, пенные вечеринки, вот. Но те родители, которые любят тусануть, конечно же, берут с собой туда детей, анимация детская есть, горки есть, поэтому как бы детьми тоже занимаются. Вот. Но вообще упор этого отеля, это, наверное, второй отель Турции по качеству, именно что касается молодежного отдыха, то есть после Адама и Евы, это второй отель, самый популярный и качественный для молодежного отдыха. Это отель Orange County в Кемере. Есть еще более бюджетный вариант, тоже сети Orange, находится в Алании. Значит, сам отель также по концепции предназначен для молодежного отдыха, он небольшой, то есть территория отеля, вот вся территория. Он также принимает детей.
То есть, если мы говорим про Адам и Еву, это вообще молодежный отель, то есть только для молодежи. Вот Orange это почти для молодежи, то есть так как он берет детей, то Orange County в Алании это все-таки уже больше семейный отель, но молодежная концепция здесь максимально развита. То есть ну, едут семьи с детьми, есть и пенсионеры, но молодежи здесь будет интересно. То есть так как концепция Оранжа в Кемере, они сделали что-то похожее в Алании. Вот, но все равно, то есть этот отель нельзя сказать, что прям для молодежи. Да, тут для молодежи будет интересно, он будет брать своей ценой, потому что разница между Оранжем в Кемере, Оранж в Алании дешевле процентов на 30-40. Поэтому, когда молодежь есть и молодежи надо сэкономить, то можно сэкономить на данном варианте. Либо есть еще один вариант, он также находится в Алании. Отель называется Granada Luxury. Считается вообще тоже семейным отелем, но с большим упором на молодежь. Вот. Он также небольшой по территории, но очень стильный отель. Он не так давно был построен, то есть это из новых отелей. Вот. Ну, дизайн выполнен в таком почти космическом стиле. Интересный вариант. Развита молодежная концепция. И еще вообще сам по себе отель высокого уровня. То есть это один из лучших отелей вообще Алании. Вот, он максимально подходит для молодежи. И кроме того, что он подходит для молодежи, здесь очень высокий уровень питания, сервиса. Ну и чисто, красиво, модно. Поэтому его стоит рассматривать как молодежи, так и, в принципе, можно рассматривать семейным парам или с детьми. Но для молодежи здесь будет также интересно. Так, это по Средиземному побережью. Еще по Кемеру можно рассмотреть три отеля, которые находятся в центре Кемера и считаются молодежными. Это самый лучший из них, это отель Double Three by Hilton. Центр Кемера, то есть кроме того, что здесь развита молодежная концепция, здесь можно в любой момент выйти в город Кемер, где есть масса дискотек, ресторанов, баров. Вот, то есть по-своему здесь есть свои плюсы, как минимум природа, то есть Кемер это гористая местность, и, например, отличается от Белека и от Алании красотой и зеленью. Вот. Ну и плюс возможность выйти в сам город, которого нету, например, в Алании, и которого нету в Белеке. В Кемере это плюс. То есть вы в любой момент можете, кроме отельной анимации дискотеки, пойти по дискотекам города Кемера. Вот. Кстати, все отели работают на ультра все включено, все перечисленные, включая Double Three by Hilton. Поэтому импортный спиртной алкоголь также входит. И это тоже большой плюс, так как не нужно на это будет тратиться или вести с собой duty free. То есть даже если вы надумали пойти на отельную на дискотеку города Кемера, хорошо заправиться можно в самом отеле. Поэтому это тоже стоит учитывать. И, кстати, Double Three by Hilton достаточно высокого уровня отель. Вот. Кстати, тоже можно рассматривать и семейным парам с детьми, но так как это центр Кемера, большой упор идет на молодежный отдых. Значит, второй, они немножечко проще отели, также в центре Кемера, это Fame Residence Кемер. Также можно рассматривать для молодежи, потому что кроме того, что есть молодежная концепция, он находится в центре Кемера. Но эти отели уже будут проще по уровню, чем предыдущие перечисленные. И отель Алькаклар. Это, скажем так, хороший средний вариант молодежных отелей. Но есть плюсы. Во-первых, он недорогой. То есть это один из самых вообще недорогих вариантов
по Средиземному побережью. Вот раз, находится в центре Кемера, то есть в любой момент можно выйти в город. Ну, достаточно неплохой, как для своей цены. Вот. Поэтому, опять же, если мы берем, если у вас есть молодежь, и они хотят, кроме хорошего отеля, еще красивую природу, то вместо Оранжа в Алании без проблем можно рассмотреть Алькаклар в Кемере. Это бывшая, кстати, Амара Винг. То есть, кстати, территория у него небольшая, но очень компактная и очень зеленая. Вот здесь не очень видно, да, есть, кстати, главный корпус, вот, и есть вот такие вот бунгало, они все идут в пальмах, в зелени, то есть интересный вариант. Вот, значит, на этом осмотр молодежных отелей Средиземного побережья мы закрываем и переносимся в регион Мармарис. Это считается самый молодежный регион Турции. Значит, но, опять же, отели хорошего уровня здесь не так много. И если, опять же, вам нужны, чтобы еще отели были в самом городе Мармарисе, чтобы можно было выйти, сейчас я вам и скажу. Значит, самый популярный по продажам уже, наверное, лет 5 как, это отель «Идеал Прайм Бич». Это самый популярный отель Мармариса. Он тоже берет детей, то есть, соответственно, он абсолютно без проблем подойдет для семей, которые любят затусить, у которых есть дети. Вот, хорошая территория зеленая. Самое главное, он находится в центре города. То есть, в пешей доступности улица баров, где есть рестораны, бары, дискотеки, то есть можно просто прогуливаться и заходить по дороге. Вот. И плюс есть, кстати, детская концепция. В самом отеле хорошо развита инфраструктура для молодежи, хорошая дискотека отельная. Вот. Ну, это самый популярный вариант Мармариса, во-первых, по качеству, во-вторых, по цене. То есть он, ну, как не может быть, соответствует цене, качеству, наверное, в идеальном сочетании. Вот, поэтому его чаще всего бронируют. Вот. Вообще хороший вариант, красивый сам по себе. Он не так давно был построен, наверное, в году 9-10 его открыли. Вот, то есть относительно свежий отель, хорошие номера, хорошее питание. Поэтому этот отель рассматриваем. И я нашел в этом году хороший заменитель отелю «Идеал Прайм Бич», как минимум, по цене. Это отель Casa de Maris. Сейчас я вам его покажу. Мне он, честно говоря, нравится даже еще больше, чем Ideal Prime Beach. Ну, как минимум, по качеству. Были у меня люди, которые были там и там, и приезжая с Casa de Maris, ну, он им больше нравился, чем Ideal Prime Beach. Он не такой большой по территории, то есть территория Casa de Maris вот фактически вся, но опять же он находится в центре города, то есть это более молодежный вариант, чем предыдущий. Так как небольшая территория, то есть, ну, тут для детей фактически ничего нету. Но, например, качество питания в Casa de Maris выше. Вот, и тоже интересный, стильный вариант, идеально подойдет для молодежи, своя концепция есть молодежная, дискотека есть, ну и самый большой плюс это Мармарис, то есть вы в любой момент вышли и попали на улицу баров, где выбор дискотек самый большой в Турции. Вот, Casa de Maris, значит, рассмотрели. Значит, есть еще один вариант, это Элеганс отель. Он очень похож на Casa de Maris по своей постройке, то есть это небольшой отель в центре Мармариса. И иногда его можно словить по интересным ценам, то есть он может быть там чуть ли не один из самых дешевых отелей Мармариса. Он, хотя качество у него на уровне выше среднего однозначно. Тоже центр города, вот, красивые виды. То есть он не так в центре, он фактически на окраине стоит, но в пешей доступности все можно.
Так, этот вариант рассмотрели. И смотрите, значит, по Мармарису еще есть отель Green Nature Diamond. Последнее время многие выбирают. И, кстати, у меня вот в прошлом году были люди, которые были в отеле Ideal Prime Beach. И после этого попали в Green Nature Diamond. Сказали, что Green Nature Diamond им больше понравился. Я не знаю почему. Мне, например, по территории он нравится меньше. И раньше думал, по концепции он проще, чем Ideal Prime Beach. Но они сказали нет. Ideal Green Nature Diamond шикарный вариант. Вот, он просто не так давно был построен, года 3-4 назад. То есть территория у него не настолько зеленая, но, во-первых, это Мармарис, то есть здесь очень красивые виды. И большой плюс Эгейского побережья в том, и конкретно Мармариса, то, что здесь не так влажно. То есть влажность в два раза ниже, чем на Средиземном побережье. То есть влажность на Эгейском море где-то процентов 30. То есть переносится духота и жара именно на Эгейском море намного легче. Ну, фактически в два раза легче, чем на Средиземном. То есть реально проблема Средиземного побережья в час пик, то есть там в июль или в август месяц, ну, находиться даже возле моря сложно, а спать ночью без кондиционера почти невозможно. Вот. Ну, в этом плане, кстати, вот Эгейское море – это большой его плюс. Пониженная влажность, то есть в два раза ниже. То есть, ну, как минимум, скорее, с кондиционером вам придется спать в любом случае, но находиться возле моря днем здесь намного легче. Этот отель, кроме того, что, ну, рассчитан на молодежь, есть и хороший аквапарк, то есть принимает детей, поэтому можно ехать и с семьями. Но так как центр города, для молодежи подходит идеально. Так, и еще один, кстати, интересный вариант. Это два отеля сети Marty. Значит, и Marty La Perla – это хорошая четверка. Это одна из немногих четверок, которые мы продаем. Также находится в городе Мармарис, то есть можно выйти для посещения дискотек, ресторанов и баров, и Marty Resort. На этом... есть еще отель Blue Bay, Blue Bay Platinum, но он находится до моря метров 200. Поэтому об этом надо предупреждать. То есть это хороший вариант, достаточно хороший по отзывам, по питанию, но он находится не на берегу. То есть, ну, для молодежи вообще это не настолько важно, но очень стильный отель и красивый. Поэтому и бывает низкая цена на него, поэтому его можно рассматривать. Также плюс, потому что в самом городе стоит. Вот. Ну, на этом осмотр молодежных отелей Турции заканчиваем. Надеюсь, данная информация была для вас полезна. Дорогие сотрудники хороших продаж, дорогие подписчики и те, кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал. Дальше будет много интересного. До скорых встреч!